В связи с учащенными слухами по вопросу закрытой кладбища Центральной и Русской, и Старорусской, я хочу сообщить, что сколько военные действия не длились в нашем поселке, коммунальное предприятие «Зайцево Сервис» продолжает работать, продолжает производить захоронения. То есть на кладбищах безопасно, растяжек нету. То есть каждый человек может просто даже прийти поухаживать за своими близкими могилками. Также может произвести захоронения, подзахоронения, приобрести новые места. Наше предприятие работает. Работает и будет работать.